мои хорошие, думала, один день отдохну я от снятия видео, но никак не получается. Хочу вас спросить, у вас тоже такие мужья нетерпеливые, когда ифтара ждут? Это какой-то ужас, он мне за 10 минут говорит, накрой мне на стол, как будто он столько будет кушать. На самом деле у него желудок уменьшился, он и так ел тогда нормально, немного. А сейчас вообще уменьшился ест. Но вот у него паника, страх такой. Я выбрасываю еду, я все выбрасываю. Вот вчера макароны поел, сварила, он не поел. Салат я доела. Сейчас приготовила ему суп такой рисовый, немножко диетический. А то мерджимик для него было тяжело очень. Еще чайков-то и наелся он. И говорит, проблема была ночью. Пожарила курицу, ну, кусок курицы есть. Думаю, вчера он не притронулся к макарону, пускай ест. Не поест, опять выброшу. Вот так я все время выбрасываю, и у него такая паника. Говорю, а ну успокойся, говорю. Как будто ты столько съедаешь, столько переживаешь и панику наводишь. Короче говоря, друзья мои, мы сейчас пошли с ним, ну, как всегда, суббота, город мертвый, Мерсин. Мне поэтому и сегодня расслабилась, немножко поспала подольше. Пошли мы за хлебом с Ашкемом, с пиде покупать, чуть-чуть туда подальше. Пиде вообще, он говорит, что так уменьшили в размерах, сейчас покажу вам. Смотрите, два пиде взяли, он все боится, что он проголодается, вот. Так оно пахнет, боже мой, я уже не могу, я тут отщепнула чуть-чуть. Ну не могу я, вот, как его можно не попробовать? Оно так прожарено хорошо, такое воздушно, обалдеть. Сидит, не дождется уже, видите, скатерть приготовила, здесь сидит. Ну, вот такой ифтар у моего мужа сегодня. Суп я приготовила рисовый, порезала так красиво мелко-мелко морковку, картошечку. А он сказал, что все я перемолола блендером. Такой как кисель вышел, я не знаю, он поест это или нет. Не начнет придираться, но приготовила. Вот сделала чуть-чуть салата, именно чтобы на один раз, потому что он не ест вообще у меня, худеет. Принесла ему и отправила мне, говорит, иди, говорит, следи за тем, когда начнут молиться, азан. Я сказала, сейчас я спущусь и к джаме пойду. Вот смотрите, какой у нас мертвый Мерсин, а, в это время. Вы видите, во время ифтара все готовятся дома, так все вкусно делают, такие запахи после 5 часов уже появляются. А мы когда проходили мимо наш КПД, ну, сторож, который там домработник, хозяйственник, он мангал там жарил с семьей, они же на первом этаже живут. Дыма столько было. Все люди в ожидании. Вот какая тишина. Только мой муж кричит, футбол смотрит. Уже тепло, посмотрите. Я раздетая в майке. Загорела вчера. Загар получила. Такая вся поджаренная. Ашким йок! Йок! Йок, Эдзан. Беклерсон? Посмотрите, как он ждет мой золотой. Мой золотой. Ждет. Bakayım nasıl sen yiyeceksin. Göstereceğim bizim arkadaşları. Da daha zvuk, ses de kapatıyor. Ура! Дождался. Все дождались. Thank you.
Приятного всем аппетита. Всем привет, друзья мои! Хочу сообщить вам новость. Мой Ашкин прекращает уруч, потому что у него проблемы с желудком появились. Он же принимает целый день лекарства, а на голодный желудок нельзя. И вот такое ему дало обострение, в понедельник идет к врачу. Он две ночи мучился, меня не беспокоил. А потом вчера мне говорит, я говорю, давай, я говорю, что есть, полечу. И заварила ему ромашку с мятой. И это его успокоило боль, дала ножку, потому что у него, говорит, такое как чувство тяжести. И именно после еды это делает. Дело в том, что ну, он там набардачил. Конечно, целый день человек голодный, потом у него рот не закрывается, и то, и орешки, и ну, по чуть-чуть все кушает. Вот так, что мои такие вот новости, друзья. Сейчас я ему приготовила завтрак. Завтрак диетический, 2 отварных яйца и хлеб, сыр, как обычно. Ничего такого нет необычного. Сидим дома в воскресенье, субботу я мало снимала, думаю, одно видео на 2 дня. Вам достаточно. Так что ничего было такого особенного. Как-то дома сидишь, нечего снимать, вы сами знаете. Ну, болтать. Болталки у меня не получается, наверное. Так что вот, Машкин готовится. Ну, а я тоже пошла сейчас завтракать вместе с ним. Да, Светлана чувствуется, похудела. Сейчас покажу вам. Ну, а так я выгляжу. Я не голодная, особенно эта чечевица, такое дает насыщение. А вот что кушаю я, не добавила мед, думаю, лишние сладости. Вот сок, что у меня от вишни был, этот сок полила, и вишня сладкая, приятно кушается, потому что творог был очень сухим, и без удовольствия я его кушала, а сейчас по-другому все. Ну, все. Вот такой у меня сегодня завтрак. Так как у Эндера проблемы с желудком, то я его посадила на диету. Да, скажете, сейчас салча, тут томатная паста, диета. Но я ему отварила пупуки, булгур здесь приготовила, салатик, йогурт. И приготовила такой соус. Очень вкусный, наверное, будет. На сливочном масле. И вот пиде, как всегда, буду его кормить. А я покажу, чем я занималась. А я совсем забыла. Я после творога не ела. Сейчас, наверное, или суп вот подогрею себе, доем, или салат «Цезарь». Вот такой у меня будет ужин. Кстати, Эндер пьет ромашку. Очень хорошо действует на желудок. У него прошли спазмы. Мне кажется, я его вылечу. И вообще рекомендую, не принимайте таблетки, а больше используйте отвары из трав. Моя подписчица из Украины, Светлана, отправила мне 2 видео о холестерине. О том, как женщина из Франции борется с этим холестерином. И спасибо, Светлана, тебе научила мне тоже рецепты из сосновых иголочек. Самое главное, сейчас мне найти мерсени сосну, и я сделаю отвары, буду принимать. И эта женщина из Франции рекомендует не принимать никакие лекарства для понижения холестерина. А можно это пока сделать какими-то народными способами, средствами. Пошла я готовить, кормить его, а то заговорилась тут с вами. Наконец-то, спустя сколько дней, я все собираюсь и никак не накрутила эти бюреки. Они продаются в Турции и называется юфка. Вот такая вот, видите, сигара-бюрек. Что для этого понадобится? Сигара-бюрек, листы, и я, например, сейчас уже заканчиваю, сделала несколько, пока хватит на время ему. Оставшуюся часть я приготовлю потом. Я смешала с сыром чуть-чуть творога, чуть-чуть, вот видите, чуть-чуть творог. И как я этот процесс буду делать? И также вам понадобится вода, чтобы, вот видите,
Вот это вот смочить надо, вот эти краешки, и прикрепить, и они будут так красиво будет выглядеть. Так, вот смотрите, я их заворачиваю как блинчик, и в конце хвостик смочу водичкой. Так что вот я чем занималась в воскресенье. И целый день наслаждалась жизнью. Наслаждалась жизнью, столько много здесь получилось. Может, штук 20. Всего здесь штук. Надо даже разглядеть, сколько штук. Что думаете, я помню? Ой, здесь не написано. Вот так мелко я не вижу. Ну ладно, какая разница. В общем, я заканчиваю это дело и буду есть суп свой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.